Так, всех приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм, и сейчас я очень быстро говорю, то вы же понимаете. Я не всегда так говорю, потому что мне удобнее говорить медленно, все тянуть и так далее. Но сейчас мы обозреваем ивенты, я не знаю, насколько давно. Хотя вроде бы они их только сейчас опубликовали, это мне очень повезло, что я успел. Сейчас, кстати, возможно, Саски с Юита, короче, какие-то фотки сюда должны же добавить или не добавили. Блин, уже комментов кучу понаписывали. Видели, короче, если что, я первый, я был первый, самый вообще здесь. Значит, скиллброки на Саски этого. Саски с Юита, Саски плейбоя. Если честно, это как-то... странно, ну то есть, как бы, блин, Саски плейбой. А у меня он трехзвездочный, то есть я Сакуру матроску брал, а оказывается, что ей ни скиллброков не добавляют, нифига. В общем, я как всегда просрался, нужно было Саски плейбоя брать, все равно он типа... Хотя он тоже для воздуха, то есть Саски плейбой это для воздуха, так как там на женщин бафы идут. А этот, как его... Сакура матроска на воду. То есть мне ничего нормального нету для молнии. Значит, Викли Стронг Нинджа, Какаши Сусаныч, короче, Галимыч, Итачи Учиха Сусаныч. Вот вопрос, будет ли это в каком-то бесплатном ивенте. То есть что-то они там объявляют, что вот Итачи Сусаныч, короче. Только его не дадут, скорее всего, за купоны. Его дадут донатерам, как всегда. Значит, Итачи Детенсейч, который, в принципе, проблемный. Да, он, конечно, может доставить проблем. Но Сусаныч получше, мне кажется. Наруто шестипутевый, непутевый. Ну, точнее, еще и какой он, короче, эрегированный обычно. Так как эрегируется вместе с двумя мадарами по бокам. Каждый донатер в этой игре должен ставить в команду в свою трех ниндзя. Это большого эрегированного Наруто Ашуру и по бокам два Мадары. Сзади по бокам так, ну вы поняли. Что в итоге получается? Но эта команда, поверьте, она всех выебет. В прямом смысле и в переносном. Значит... Тем не менее, Наруто, если у вас есть Мадарыч, и при этом, то есть, если вы зарули Мадару, и при этом у вас есть купоны, то вперед. Он вас ждет. Значит, Мацули Челлендж Арена. Посмотрим, что это за ивент. В принципе, Сандай это воскресенье. В общем-то, по воскресеньям нам еще... Хотя этот ивент, он типа довольно рано. Начинается. Это не так плохо. Я вот не люблю, когда ивенты поздно идут. То есть, типа, с 15 до 18. Ну, не так плохо, не так плохо, на самом-то деле. То есть, это как бы фри-ту-плейные сан-скроллы, мун-скроллы. Посмотрим, конечно, как там нужно будет сражаться. Это, типа, такая арена. Я надеюсь, что это будет постоянный new function added. Я надеюсь, это будет постоянный ивент, а не на время. Потому что, блин, если на время, они задолбали добавлять там какую-то вот эту вот арену без ГГ и так далее, но добавлять ее там на месяц, например. Какого фига? На Китае она не должна такой быть временной. Кстати, я не знаю, кто-то там участвует в этих всяких, короче, аренах, говорит, что у них вроде бы они есть. У меня нету вот этой вот новой арены без ГГ. То есть я как один раз поучаствовал, и она закончилась, и все. Я не знаю, у кого там продолжается, напишите, у кого до сих пор этот ивент есть. То есть я вот не могу зайти туда, там и ранг какой-то получить и так далее. Кнопочка просто не светится. А кто-то писал, типа, например, когда я вот этого... как его... У Такату этот инсейнова обозревал, он писал, типа, я пойду в ту-то арену, вот это вот без ГГ. А, нет, там, по-моему, турнир какой-то, что ли. В общем, я пойду на тот турнир и, типа, буду в нем участвовать, поэтому ты, типа, заходи ночью. Так я не вижу ни этого турнира, ни арены. Я бы, может, и сам поучаствовал, уже попробовал. Если бы эта кнопка, она там светилась хотя бы. Она не светится нифига.
Это хреново. Получается, если она у кого-то есть, а у меня нет, то значит я лишён возможностей, которые есть у других. И это совсем несправедливо и плохо, и вообще. Кстати, типа тот парень, который там в больницу попал, который со мной типа ивенты проходит на драконе, он, короче, это, вернулся. Я рад этому очень. Потому что не люблю искать новых, типа, соигроков, так скажем. А самому проходить за двоих ивенты очень не хочется. И искать, как бы, новых, как я уже сказал, тоже не хочется. А чё за Sunscrolls Moon... А, типа... Блин, ну свитков не могли дать сюда. Там, короче, нужно, я так понял, именно команду крутую подбирать. То есть там... вся вот эта вот мощь, все атрибуты ваши превращаются в инициативу. В 10% от атрибутов превратится в инициативу. И таким образом, если ты более сильный физически, то тебе, короче, это, будешь первым ходить. Но по мощи все будут одинаковыми. И это на самом-то деле очень хорошо, поэтому этот ивент, он, в принципе, в этом ивенте важны именно ниндзя крутые. То есть, если вы покупаете какого-то ниндзя, то в таком случае вы его покупаете для этого ивента. Ну и не только для этого, для подобных ивентов. Значит, это вот все донатная фигня. Значит, дальше тоже донатная фигня. Короче, еще донатная фигня. Еще донатная фигня. Да ну заебал. Ладно, простите. Значит, это полудонатная такая хрень. Time-limited Ninja Recruitment тоже полудонатная хрень с получением опыта и так далее. Great Plates, вот такой себе неплохой ивент. Посмотрим, кто здесь будет, в принципе. Но здесь свитки можно получать. У меня уже этих свитков 500 штук. Добавьте новый трежер на постоянной основе и добавьте, короче, ребейт на него. Тогда все будет хорошо. А так мне нафиг не нужен Great Plates, в принципе. А, нет. Или я не помню насчет Great Plates. Там же ж можно еще за... Там есть какие-то поинты? Или это просто, типа, хрень какая-то? А, да, здесь никого нельзя покупать. В Great Plates, короче, никого нельзя покупать. В нем можно только... Я ж помню, я питомцев покупал. Но я там... Я там, по-моему, Lucky Wheel крутил, да. Я не Great Plates крутил. Хотя можно, типа, за количество прокруток тоже какого-то ниндзя там взять. Ну, в общем, хороший ивент. Тут много свитков дают, кому они нужны. Также там каких-то особых ниндзя могут давать. Ну, в маленьких количествах, естественно. Time Limited Charm Rebate. Вот это вот хорошо. Хотя я не помню, сколько у меня чармов. По-моему, не так много. Значит, ну, в принципе, так себе. Cultivation Limited Rebate. Вот это вот, наконец-то они написали. Only cultivation through coupons ingots can be counted. Вообще-то это в самом ивенте написано. Но в прошлый раз они почему-то этого не написали. Вот хорошо, что вы, конечно, учитесь на своих ошибках, но чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Люди довольны не там, где вы, короче, на второй, на третий раз пишете эту фигню. А если бы вы перед первым появлением этого ивента написали, тогда бы мы не были обескуражены. Значит, Наруто с Фроки, очередной донатный ивент. Rivers are outdated. Что? А, updated. Updated, outdated. Outdated — это типа опоздали что-то там или типа... Ладно, плевать. Daily Special. Здесь, то есть, у нас Summer Break фрагменты, типа броня. Summer Break броня, кроме как здесь, нигде не продается. Speed of Light у нас везде продается, поэтому как бы она не такая ценная. Саски скилл брочены, и нам дают этого Саски вот здесь вот. Посмотрим, сколько за фрагмент он стоит. Но если вы хотите использовать, если вы играете за воздух, и у вас, короче, есть команда под Саски, под этого, который бафает женщин, то, в принципе... Флаг вам в руки, член вам в жопу. И, короче, покупайте, если хотите. Нагатыч, в принципе, довольно интересный. Также тут есть другие, возможно, хорошие штуки. Кейв-кейв-пак.
Так, возвращаемся. Короче, там каждый шорох в подъезде мне очень слышен. Вам, конечно, не так сильно слышен. Значит, а в чем прикол? Так, увеличим громкость. Да? Так, значит, Саски Summer Break. Что тут еще? Charm Pack какой-то. Что-то новое. Что-то тут еще было интересное, короче. Protection. Closing Optional Pack. Это старые броньки здесь продаются. Ниндзя Ассист, по-моему, хорошая штука. Ну, в общем, как-то так. Wishing Lantern. Здесь у нас по 20 купонов в день дают, в принципе, и по Charm Pack, что, наверное, хорошо. Потому что Charm Pack как раз у нас Charm Repaid. И как бы вроде бы все, да. Вроде бы все. Give me Shisui, please. Minit 9 фрагментов. Ну и Фрейв лучший, с буквой И самое главное. С буквой И. Это очень круто. Да? Так, Ю... Я догадываюсь, что это. You Russian. Yes. Gear 8 Gates and Sasuke Breakthrough. В смысле? Какой 8 Gates? В смысле? Sasuke, кстати, неправильно написал. Breakthrough. Ну, фигня какая-то, Sasuke Breakthrough. Так, кто это? Камбергот. Да, Sasuke isn't kill trail. Skill trail yet. Sunflower, Zen, Inner Flower, yeah. Air Rose. А, типа, можно сразу два выполнять. И Inner Flower, и, короче, вот эта вот фигня. Сак... Sunflower и Inflower, да? Оба этих ивента сейчас есть или что? Так, Better be Naruto with coupons. Ну, наверное, уже с помощью купонов будет доступен. Saving Week, да, Saving Week это то, что я думаю. Опять. Лазит... Опять, короче, начинают рекламировать тут всех. Какие-то... Ну, какая разница? Я понимаю, это, короче, провокация. Типа, давай это, чтобы я начал, короче, говорить, вот, плохой он или что-то вроде того. Вы этого ожидаете? Я так понял, это мне адресовано. Ну, или, может быть, я, типа, такое, это... Потому что только мы двое снимаем, типа, эти обзоры. И, типа, из-за этого чуваки, типа... пытаются троллить. Geister Toys... в смысле, где? Где Geister Toys? Во, я был раньше. Я был раньше его, кстати. Хотя он на первой странице. Тут сейчас не сильно это можно определить. Так, WoW Skill Break. Ну, блин, это на Sasuke Playboy Skill Break. Seasonal System. You promised. Seasonal System. Я так понял, это вот как раз Seasonal System. Это насчет этого. Чирику, фрагментов, вот это вот, вы поняли. Арена 3 на 3. Там и другие ивенты в арене, в обычной. То есть нужно добавить на постоянной основе эти ивенты, чтобы, короче, постоянно они были. Хотя, с другой стороны, это очень геморно их проходить каждый день. Я, знаете ли, хочу другими вещами заниматься. Как это ни странно. А представьте, люди еще работают, эти какие-то у них другие дела. Что они тогда в этой игре вообще делают? Жесть, короче. Nice event, thank you. Это ты кому? Просто you это не тебе, а вам. То есть you это может быть и ты, и вы, и короче, кто угодно. Naruto better not be in Platinum Richard, да. Опять какой-то странный чувак на аватарке.
So this breakthrough people who managed get 4k frags of Sasuke силы. Ну да, ты как думал. Лучше бы они на бесплатных добавляли скиллброки. Вот это вот он, короче, фигню всякую пишет. Типа, что вот, как хорошо, что Саски добавили скиллброки. Ну, может, оно не так уж и плохо, но если честно... Ну, что на Райкаге на 4-го добавили скиллброки, что на Саске, что на Какузу какого-нибудь. То есть, для меня это совершенно... Я его не буду использовать в таком случае. А вот когда добавляют на каких-то обычных ниндзя, там на Шикамару, на Куринай, то это, знаете ли, гораздо лучше для меня. Потому что в таком случае я могу, короче, все равно их прокачать и попытаться там какую-то команду построить, например. No Edo Hiruzen again. А зачем тебе Edo Hiruzen? Он может быть и неплохой, у него паф, но не самый лучший ниндзя. Покупай Ашура Наруто. Он гораздо, типа, в одиночку именно он покруче будет. Наруто Six Player Coupons, please. Hope six pay is cope redeem. I care this week. He is not here or you don't know. Как это he is not there? Вообще-то он дается как бы там в 7 дней. Так, in Sakura's gift, another lame week. Так. Заку, прикольно. Taking about Naruto 6 pass so they can join. Да, короче, типа пишет что-то вроде, что... все используют Ашура Наруто и используют одинаковые команды. То есть Ашура Наруто сломал, короче, все команды, и теперь, по сути, только его используют. И... Ну, вы понимаете, то есть, когда дают суперсильного ОПшного ниндзя, то все его начинают использовать, и это как-то скучно и отвратительно. Хотя я все же команды с Ашура и Наруто могу победить, но, естественно, если они послабее меня будут. И то не все. Если там еще и Шису, и еще какое-нибудь говно находится, то это уже проблема. New event for Sunday, not bad at all. Так. No Naruto 6 play pass redeem set. Так. Recharge menu, garbage. Типа garbage это мусор. Вообще-то нужно трэш использовать слово. То есть, по-моему... Кто-то писал там в позапрошлый раз или когда, что типа вот парадигм garbage. Но на самом-то деле парадигм channel из трэш нужно было написать. Вот. Короче, как-то так. Another lame week. Потому что garbage это, по сути, это другая фигня. Это какое-то странное слово. Оно и звучит дерьмово, и как бы, по сути, по своей, не совсем то, что трэш. Так, ну все вроде бы. Что я могу сказать? Я не буду, наверное, в Дискорд идти, потому что это тупо, и чтобы не отнимать у вас время. В общем-то, опять плохая, ну, относительно плохая. Ладно, пусть будет там немножко ниже среднего неделя. Опять Saving Week, то есть сохраняем купоны. Ну, для фри-ту-плейщиков. Для донатеров сами смотрите, я этим не занимаюсь. Пусть Ануфриев, например, он же донатит, вам расскажет, стоит ли донатить в эту неделю. Дальше, значит. Ну и чё? То есть две недели подряд говняны. И, кстати, в прошлой неделе было же День Святого Валентина, то есть 14 там, февраля или чего-то. Вот к этому был там особый ивент предназначен. И этот особый ивент просто говно. Они вообще, то есть, казалось бы, праздник, нет бы что-то нормальное поставить. Нет, я с этого ивента 20 купонов получил. И то есть там нужно было еще типа, всякие эти...
тим-инстансы проходить и так далее. Я не знаю, если честно, что там давали за как максимальную награду, но мне кажется, что тоже ничего супер особенного не давали. Ну, в общем, полная жесть, ад и садомия, и как-то в последнее время хороших недель не встречается. Будем надеяться, что все это изменится. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.